Никита, я не хотел тебя убивать. С вами 82К Хаос. Мы плаваем и стреляем во врагов. Ну я просто плаваю, потому что я мирный. Зачем в кого-то стрелять вообще? Эх, не успел. О! Короче, я... мне повезло, что в меня никто не стрелял, потому что пока я врубал запись, я ничего не делал. О! Ну слушайте, попасть довольно сложно на самом деле. А чел мне прям вообще пробоина ниже ватерлинии, ё-моё. Ой, я убил смертника. Ничего себе ты даешь. И сдох. Ну тут перестрелки. Ой, вот здесь кто-то в уголке уже стоит. Ого, я не попал вплотную. Новый рекорд. Плывем, плывем. Ага. Что-то я в центре, мне не нравится это расположение. Отходим. Мне еще полторы минуты осталось. Блин, плохая мини-игра, здесь надо контролить. Да блин, почему он по мне попадает, а я нет? Мне это не нравится. Ну да, живи, 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 кораблик. А здесь надо топить или пофиг? Главное... Топить, топить, надо топить. А ты жив? Нет. Так я так понял, тут надо продержаться. Так, я просто этот ничейный кораблик. Я на сушу уже практически. Ты видишь, типа на втором месте ты, поэтому... Так, все, 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 я часть ландшафта. Не обращайте на меня внимания, меня тут нету. Если вы подумали, что здесь корабль, это ошибка. Тут нету ничего вообще. А вот. Че он не стреляет по тебе? Знаю, кажется, он не понял, что это я. Но это очень странно. Да, странно. Ну, может быть, он думает, что я перезаряжаюсь, меня нельзя трогать. Все, я ухожу от вас. Блин. Мне чуть-чуть продержаться, и тогда я буду, ну, на первом месте со всеми. Ай-яй-яй. Нет. Я бегу в рандомном направлении. Ух. Живи, кораблик, живи! Живи, меняем направление. Ать-ать-ать! Еее, отлично! Отлично! Я не отстаю ни от кого. Так, опять Kill Japanese. Вообще разнообразные мини-игры, конечно. Ой, здесь... Типа... Мама пьяные, типа, да? Да. Ну, клёво. Да. Я вот не зря не пью. Да, ну и чё, я не вижу ничего. Что за бред? Ребята, вот вы видите, алкоголь это плохо. Да, не пейте. Алкоголь до добра не доведет, вас просто все шататься будет. А, я вроде попал по ним, но нет. Ах, черт, меня сдули. Осталось всего три панды. Ты жив? Ну я не... Да, я жив. Я розовая панда. А, я вижу, блин, прикольная, конечно, тема. О, все красное, что происходит? Ну, это какой-то даже не алкоголь, это Никита, какие-то... как ты мог? Пьяный предатель. Потому что много в алкоголизм играл в Варкрафте. А, эти бочонки с маной, типа, блин. Но я все равно бы не мог по ним попасть. Я и так-то по юнитам обычно вражеским не попадаю, а тут еще надо этот... Еще экран шатается. Ну все, добили сейчас этого. Они вон... А выпил что-то, не? Так бочку пьешь. А, ну хп не восстанавливает. Никита, добивай его. Молодец, Никита. Ну, кстати, не так-то все у меня плохо. Убейте. Да лол. Это не будет, типа, пьяный адмирал и все такое? Опять? Да, блин, надоело. Давайте пропустим. Ой, что это было? Не знаю, я нажал Big One и как-то... Ого! Что происходит? Не знаю, это какие-то супер ракеты ядерные. Ну да, я, видимо... Ну я вот, я и нажал. О, не попал. О, меня потопили. Черт, смертник уже выиграл. Ого! Кстати, у меня 15 очков, я на втором месте, самое забавное. Но это ненадолго. А чё я нажал, я не понял. Ну, типа, в зависимости от земли, на которой ты стоишь, кастуется какой-то спелл.
Чё, я не понял, а кто бьёт-то? Жарь всех, давай! Тащи! Тащи, звездопад! А, меня сбили звездопад! Зря я пришел в самый центр, наверное. Вообще нормально. Этот беспалевно стоит в центре. Андрей Гадский. В каком центре? Я ой, не в центре, в смысле, я сбоку, стою. Сбоку, да-да-да. На тебя все равно били. Но звездопад адский. Получается, первый, кто приходит на звездопад, тот сразу же и огребает. Ну, я с первого места сейчас, меня быстро сдвинут, конечно, потому что я один из первых отдался. И вот звездопад использует смертника, а здесь корни. Ё-моё, и смертник победил. Смертник силен, силен. Чё, опять корабли, нет? Ох, нет. Так, дождь, темно. Все плохо. Вообще какие-то не очень разнообразные мини-игры. Так, меня двое закрыли своим корпусом. Мне кажется, это хорошо. Ой, да тут целое, братья. А, бежит собака, нет. Бежит собака. Ой, меня укусили за бочок. Ой, тут тоже собака. Давайте, собаки, кусайте их, а меня не трогайте. Ай, меня убили. О, пипец, на меня целая толпа напала. Ваше решение. Главное в нашем во имя правосудия. Чистые руки, ясно. Во имя правосудия. Так, видимо, к бачку лучше не подходить. О, лол, это в спину убивает? Пипец, я сразу сдох. А, блин. Просто вообще клево. То есть в лицо, типа, ты почти не дамажишь, да, в спину? Ага. Смертник опять тащит. Не, есть вероятность, что он... О, он мог сейчас добить. Есть вероятность, что он играл в эту карту. А я, по-моему, вообще в первый раз вот конкретно в это утерпать играю. Хотя, может, играл, но не помню. Да, блин, опять то же самое. Так, 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 так. Пусть тут все друг друга жгут. Андрей, давай дружить. Да что ты делаешь-то, лол? Так я не выслал тебя, маму. А почему? Потому что у меня, ну, типа, некуда, я так понимаю. Так, отлично, они там все друг друга гасят. А почему манаберн на ноль у всех? Так, отлично, отлично, здесь догорел чел. Гаси! А! На! На! Ну ты понял, что надо включать этот Immolation снова после того, как... Еее, я победил, да ладно, неужели? У смертника 45 пунктов. Стоял и не дрался все время. А почему? Ты? Не знаю, почему ты так сделал. А, я? Так ты... А в смысле, я использовал твою тактику из всех игр. Вообще-то. Блин, интересно. Посмотри на мое количество очков. Это не моя тактика из всех игр. О! Я дохну. Конфетка, конфетка, конфетка. Еее, я успел. Фух. Ты понял, да? Надо этот, к траве подойти. Нет, не понял. Меня убили. Так. Все, конец. Уже? Да, и вот смертник тебя убил. Офигенно вообще. Но меня не тронул. Хорошая концовочка. Вот, а теперь мы типа выбираем мини-игры. А-а-а. То есть типа обязательная программа закончена, только не корабль. Мне нравятся налоги. Я, правда, не знаю, где это, кто это. ХЗ. Да пусть что-нибудь возьмет. Чем будем сидеть, что ли? Last place, Никитка, на последнем месте. Да ладно. А, так. А, это что там? R, T. А что там? Что он сделал? Пока не знаю.
Так. Все кричим. Почему убило кого-то? Ну, кто-то позже других сделал. Да он только кричит чисто. Да лол! Я нажал, ну, это нечестно. Ого, живем. Кто первый? Ничья. Блин. А я, короче, думал, что уже конец и уже убрал кнопки с руки с клавиатуры. Вот как вот этот вот тот, который сейчас к кнопке подошел. Так, а тут что делать? Ну, захватываешь крипа, я так понял. Вот этого краба? Ну как, ой, а что такое? И чё, ты захватил краба и все должен, типа, всех остальных гасить, да? Да чё он меня постоянно бьет? Я не понимаю, в каждой игре он за мной, это бред. Да что такое, хватит меня бить. Ой, еще один краб появился. Фух. Так, это что за крабики? Я не смог в нее. А я не могу чужую баншу украсть. Хватит меня бить. Мне не хватило краба. Могу сказать. Блин, все вражеские крабы бегают за мной. Какого черта вообще? А тебя уже съели? А все, да. Вот видишь, как бы тут так. О, копателя можно съесть. Все отлично, копателя съели. Сейчас Лехе Култашеву еще достанется. О, появился новый краб, между прочим. А, он захватил самого свежего краба. То есть надо до последнего сидеть, а пока все крабы друг с другом грызутся. Все, Никитку заживали, вот так? Вот как Никита, да, до последнего сидел. Ну, Никита плохо до последнего сидел. А, живи, 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 креветка. Блин, так, осталось 3 человека, на самом деле. Я на 4-м месте, это в первых 50% игроков. Все, уже очень много крабосов, которые всех сейчас жуют. Никитка вот пересидел. Надо было чуть... То есть, а получается, другим баншам надо кидать антимагический щит на крабов, которые рядом с врагом спавнятся, которых ты не можешь захватить. Такие вот хитрости... Да что ж такое-то? Ну сейчас этот Ачта отдастся уже и все. И Lucky Funny чемпион. Он еще умудрился подгрызть на повороте. Lucky Funny вообще молодец. Так, а тут что надо делать? Добывать дерево. Survival as long as possible. Ну, короче, веселую тему Никитка запросил. Так может сейчас тут, не знаю, что-то интересное будет. Вон, видишь? Ну, катапульта по нам стреляет. Вот. Интересно. У меня уже прилетело в голову. Ну, вон уже две катапульта. Блин, о, я две... бегу под снаряд. Я так удачно отбежал под снаряд. А нельзя как-то повернуть камеру, чтобы я как бы мог ориентироваться, куда летит снаряд? О, спасибо за совет. А как? Дел. Вообще жизнь стала проще. Так, согласись, лучше. Да. Я уже огреб, правда. Ну, хотя регенчик потихонечку идет. А, блин! Сдох. Да, что-то не помогло. Да я не люблю такие раунды, где просто надо ходить и все, блин. Тут столько мини-игр просто.
Мы уже с кораблями, мне кажется, поконтролили. Я тоже. Ну, да. Я не расстроен. Мне кажется, Акалита надо сделать. Мне кажется, он клевый. Так, какой-то кругляшок у меня есть. Нельзя как бы это сразу типа очередь поставить, чтобы это не выбирать каждый раз. Не знаю. Давай быстрее. Он какой-то Торнос. Снизу слева. Но если он нас всех выиграл, то, наверное, он не тормоз в штуках на реакцию. Хотя, может, Акарит это не то, что я хотел. Это вообще какая-то фигня. О, выживи как можно дольше, да? Ну, Вадим, да, ты знаешь, конечно. Что предложить? Где ты стоишь? Я пойду тебя бить через атаку. Нельзя. О, а с чем надо не контактировать? О, вон на Калит есть этот, который... Который наваливает всем. Да. Я камень, я камень. А где враг? А вот где он. Где не враг? Ой, я выиграл, походу. Я вообще ничего не понял, кого надо было доджить. Блин, короче... О! Лорд... Блин, он же выбрал, да? Я только писал. О! Слева. Чё-то недолго тут спелл действует. И манна не очень регенится. Вообще не регенится. Да. О, еще один пошел. Блин, бабоньки, не предавайте меня. Блин! А ты меня еще замедлил, предатель! Вот за это ты будешь наказан за это! Он бы меня иначе съел. Ты бы мог его замедлить, и мы бы оба убежали. Но нет, конечно, надо Вадима замедлить и завалить его. Я видел, что у тебя есть манна, и ты можешь заюзать инвиз. Тогда мне конец. У меня не было инвиза. Инвиз 200 стоит. А у тебя сколько было маны? 100. А, разве? Мне казалось, у тебя много маны, почти фуловая была. Так, 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 два инвиза, но... Опять смертник победил. Так да я вообще 4 очка набрал, а не какие-то нубские 3. А кто сейчас на первом месте? Смертник. Так они каждый раз меняются. Ну это не накопитель. О, отлично, отлично. И что тут делать? Надо типа тот, кто меньше всех заплатит. Тот... того убьют. Блин, что-то какие-то безумные люди. Прям очень много скидывают. Походу меня сейчас убьют уже. Так, вот этого... А, Никитка жадный! То есть у тебя есть сотка, ты должен их как-то так оптимально распределить, чтобы быть... Ну, идеально всегда быть на предпоследнем месте. Ну, вообще, мне кажется, Никитка не самое умное решение. 9 голды. То есть надо на единичку больше. Типа там 6. Плоти. Налог плоти. Локи Фанни, нифига себе халявщик. Может, он не понял, правда, смысла этой карты, но... Так. Ну-ка. А этот что-то не особо как-то. А вон, пошел. Ладно, рискнем. Жадность.
гады! Жесть! Да. Нифига ты жадный. Да я просто посмотрел, вот этот вот Ачтла, он нифига не накликал. Может, он 10 просто кликнул один раз, и все. Ну, может быть, да. И моя цель была победить, то есть не просто типа продержаться как можно дольше, я хотел победить. Но, к сожалению, вот. Ну я вначале. А ты сколько вложил в тот раунд? 11, по-моему. У меня, походу, золото уже кончилось. Так, еще минус один. Ну сейчас уже у людей будут деньги заканчиваться. Меня-то убили богатого, у меня 67 голды. Вадим оказался жадным, прямо новость века. Так, так, так. Кто же не заплатил налоги? О, Андрей, 6 голды всего, Андрей. Смертник 6. Как так? Во, осталось всего двое. Жалко, нельзя скинуть. Да я бы скинул одному, он бы точно выиграл. Но тут уже просто у кого больше осталось, тот победил. Ваш кэп смело заявляет об этом. Так, 8 голды всего. Ничего себе, вот этот вот чел всегда по минимуму, но не самый последний. Поэтому он, в общем, и выиграл в такой игре. Архимонд мне больше всего понравился, потому что я там выиграл. Ну, и он и вроде как на реакцию, а вроде как и не на реакцию. Я не помню, что там было. А там, где кричать надо. Так. Ой, что-то некоторые люди долго думают. Стан был, да? Да. Стан какой-то не очень очевидный. То есть будем станить теперь. Как да. В прошлый раз орёв кидали, сейчас стана будем. Все успевают. Зато кто-то не успеет. Кричим. Но это пока халява, потом пойдут всякие бладласты да криплы. Так, кто-то заревел. А что это было? Сейчас стан типа? А, я не успел крипл заюзать. Сейчас был стан, да. И видишь, в этом-то и фишка, что когда ты привыкаешь к одному, а потом что-то другое делают. Но я не успел крипл. Архимонд просто фиговый этот, как... Ну... Хреновое тело для этого. Да не знаю, вроде нормально. Неплохо, неплохо. Нам нужен мир. А тут что делать надо? Так, отлично, надо убивать чувачков. До того, как солнце встанет. Спрятаться. А где? А, тут еще есть время. Где прятаться? В своем логове. Прячься! Фух, я успел. А, здесь там... не мгновенная смерть. Но все равно. Все равно хп уходит. Прикольная, кстати, игра. Что нужно, смертный? Блин, съели моего чувака. И моего тоже. Е. Все, прячемся. То есть, по сути, фулл хп отхилялся, все, уже больше ничего не надо. Можешь прятаться. Я не буду даже прятаться, я сгорю вот здесь. Так. Все, хватит уже, пора. Ты угадал мой план. Ты это сам придумал. Неплохо, неплохо. Так, все, прячусь. Ночь-то все короче и короче.
Прям этот белые ночи у нас практически. А желтый пытается спрятаться. Никитка, это не, Никита. Не получится у тебя. Не получится у тебя спрятаться в домике. Ты чё? Я кушать к нему в дом? Можно чуть раньше выйти. Ой. Так, выходим. Блин, ну все, теперь так и будем за ним бегать, да? Ну, у тебя хп меньше. Так, в смысле, тут главное же до фула все равно. Ну, ты же все равно... Так, день наступил. Кто из вас не переживет? А, ну уже один не пережил. Кому Никита ломился, тот и не пережил, в общем-то. Ну, этого я съем. Сам. Все, прячемся. Оп. Так. Не осталось для Лакфани людей. Лол. Он будет уничтожен. Неким кормиться. А сейчас, по сути, наверное, один человек только будет. Мне кажется. Да. И рандом. Кому он ближе будет? Если он с твоей стороны будет, то ты выживешь. Бежим в дом! Оу, а зачем он ударил? Ну, случайно, очевидно, он же не дурак. Все, умрет возле горшочков и кустиков. Я даже выйду. Все равно не успел. Thanks for playing. Ну, вроде было весело, но начальные, конечно, абсолютно одинаковые раунды не порадовали. То есть не повезло нам, видимо, с рандомом. Два раза корабли были какие-то. Ну, хотя вторые корабли быстро закончились. Там кто-то нажал кнопку самоуничтожения всего мира. О, я топ-1 по войску убито. Клево. Самое важное. А вот по героям убито топ-2. А так по очкам, наверное, если всю карту суммировать... Наверное, на втором, на третьем месте я. Ну, смертник, понятное дело, очевидный лидер. А там, может быть, я где-то мог бы его догнать. Ну, вот такие вот очередные мини-игры. Много забавных моментов, мало интеллектуальных затрат. Надеюсь, вам понравилось. Хотя, после предыдущей фразы, надеюсь, вам понравилось, уже звучит как какое-то прям оскорбление, я не знаю. Надеюсь, вам не понравилось. Всем пока.